Сегодня у нас открывается первый джазовый городской открытый конкурс Black and White Music. В стенах нашей школы он проводится впервые и планируется проводиться раз в 2 года. Он рассчитан на детей, которые учатся в детских школах эстетического воспитания города Одессы. Уже зарегистрировано около 60 участников, возраст от 6 до 18 лет. У нас в конкурсе участвуют две возрастные категории, категория А от 6 до 10 лет и категория Б от 11 до 18 лет. На второй день нашего конкурса предусмотрены мастер-классы членов жюри. И в 16:00 будет награждение участников, а в 17:00 такой масштабный гала-концерт, где будут выступать победители конкурса и члены жюри, а также приглашенные известные джазовые музыканты.